8:00, столица Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Почти половина выпускников казахстанских вузов работают не по своей специальности. Цифры озвучили депутаты Мажилиса. Примеров, когда человек учился на юриста, к примеру, а в итоге выбрал сферу торговли, в нашей стране достаточно. Это негативная тенденция, уверены эксперты. Страдает экономика, возникает дефицит квалифицированных кадров. В причинах проблемы разбирался Рауль Габитов. 23-летняя жительница Караганды Ольга Ларионова отучилась в колледже, получила диплом менеджера по туризму, но по специальности ни дня не проработала. Вместо этого встречает гостей в ресторане. Здесь ее навыки, знания английского языка и коммуникабельность тоже оказались востребованы. Я пошла в турфирму, мне сказали, что можно работать, но твоя ставка будет 40 тысяч тенге. Потом я еще в пару турфирм пошла, мне сказали, что без опыта мы вас взять не можем. Поэтому на этом моя карьера менеджера по туризму закончилась, так и не начавшись. Сейчас я работаю хостес. Хостес – это человек, который встречает гостей. В принципе, работа несложная, она хорошо оплачиваемая работа. У нас не берут без опыта, но опытный работник, он как должен получиться, если его никуда не берут? Но это не единственная причина, по которой молодежь отказывается от полученной в университете специальности. По словам экспертов, абитуриенты часто делают неосознанный выбор, например, под влиянием родителей. В итоге разочаровываются в профессии. Бывает и так, что выбирают наиболее популярные направления, в которых число специалистов превышает кадровый спрос. В других же сферах рабочих рук не хватает. В Казахстане среди отраслей, остро нуждающихся в кадрах, является торговля, обрабатывающая промышленность, строительство, образование, сельское, лесное и рыбное хозяйство. Из заявленной потребности более 130 тысяч кадров, почти половине специалистов для работы достаточно профессионально-технического образования. Еще более четверти процентов устроится на работу и того проще. И только для 5% вакансия высшего образования остро необходима. По данным онлайн-сервиса по трудоустройству, больше миллиона казахстанских студентов сегодня в поисках работы. Большинство стремится в сферу продаж. Связано это с высокими доходами. Диапазон зарплат в нем очень разнится. Специалист может зарабатывать как 70 тысяч, также его оклад может доходить до 1 миллиона тенге. Следующей за продажами областью следует туризм, рестораны и гостиницы. Здесь предлагают студентам вакансии официантов, барменов, поваров, хостес и турагентов. Зарплаты здесь могут начинаться от 60 тысяч и заканчиваться 300 тысячами тенге. Уровень безработицы в Казахстане по последним данным составляет примерно 5%. Больше всего безработных среди молодежи. Реализуются такие проекты, как молодежная практика или первое рабочее место. К примеру, по итогам 2022 года более 20 тысяч молодых людей стали участниками данных проектов. Также именно для молодежи, которая хотела бы себя попробовать именно в предпринимательстве, реализуются инструменты, как предоставление грантов или совершенно новая инициатива – это вот выдача микрокредитов. Свое предложение по решению проблемы озвучили в Мажилисе, чтобы казахстанцы не ошибались при выборе будущей профессии и работали исключительно по специальности. Депутаты рекомендуют реформировать систему профориентационной работы и регулировать ее на законодательном уровне. А еще стоит рассмотреть возможность, которая позволяла бы в самоопределении школьников участвовать всем представителям рынка труда. Рауль Габитов, Аружан Швахпай, Хабар 24. Между тем, сегодня на правительственном часе депутаты Мажилиса обсудят развитие науки в Казахстане. Предполагается, что основным докладчиком выступит министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. Прямую трансляцию «Прав часа» можно увидеть сегодня в эфире телеканала Хабар 24 в 14:00. Ну и к другим темам. На 6,5 миллионов тенге оштрафовали должностных и юридических лиц, ответственных за качество дорог в Актюбинской области. Сотрудники административной полиции провели обследование трасс и выявили многочисленные дефекты, угрожающие безопасности дорожного движения. С начала года к ответственности привлекли 190 человек. В их числе руководители городского отдела ЖКХ, областного управления пассажирского транспорта и автодорог, а также акимы сельских округов. Специалисты выдали больше 1000 предписаний на устранение недостатков. С начала года нами проведено 1160 обследований, по результатам которого выдано 1050 предписаний. В течение месяца они должны устранить. В случае неисполнения нашего предписания нами будет собраться материал и направляться в суд. Бухтарминское водохранилище на востоке Казахстана резко обмелело. Жители региона переживают за судьбу туристической жемчужины края. По их мнению, если вода продолжит убывать, серьезные последствия могут ждать не только флору и фауну, но и энергетическую систему страны. Ведь на водоеме расположена крупная гидроэлектростанция. Мои коллеги срочно отправились на побережье. Анелия Сенбердина выясняла, что происходит с Бухтармой. Бухтарминское водохранилище не только самое огромное в Казахстане, но и входит в десятку крупнейших во всем мире. Раньше здесь везде стояла вода, но в этом году она ушла от берегов на 50-60 метров. В итоге вот эта заправочная станция для лодок оказалась просто на земле. Такого раньше никогда не было. Переживают местные жители и называют явление аномальным. Значение Бухтармы для восточного Казахстана особенное. На нем расположена одна из самых больших ГЭС в стране, а берега просто усыпаны базами отдыха. А еще через водохранилище проложен водный путь, который соединяет с областным центром два района. Парома пока еще не построен мост, ходит летом ежечасно. Только вот проблема, делится их управляющий Котлбек-Жермухамбетов. Из-за падения уровня воды баржи стали попадать на мель. И там, где не было, вдруг выросли островки. Даже прошлогодняя пристань осталась вне зоны досягаемости. В целом мелеет сам Иртыш, не только Бухтарма. Очень много этих островков обнажилось в воде. Это серьезная угроза для безопасности судоходства. Поэтому в непогоду мы боимся выходить в рейс. Даже если мы обходим эти островки, ветер нас может загнать на мель. Но специалисты серьезной угрозы в падении уровня воды не видят. В природе все циклично, делится гидролог Константин Карташов. Он работает на гидропосту на побережье Бухтармы уже 20 лет. Ежедневно делает замеры по 2 раза в сутки. На 1,60 м упала, да, вот, по сравнению с прошлым годом, из-за непогоды, ну, из-за того, что засуха была 2 года, из-за этого и упала вода. А нынче снега хоть и много было, но он весь ушел в землю, земля талая была. И из-за этого у нас нет подъема такого водохранилища. Похожая ситуация была 10 лет назад. Но потом за 3 года Бухтарма наполнилась до максимального уровня. К тому же еще в июне начнут таять ледники вокруг горы. И есть шанс, что вода вернется, отмечают уже представители туристической сферы. Они тоже сильно зависят и от уровня воды, и от ее качества. Мы очень сильно переживаем. Почему? Потому что некоторые года у нас, наоборот, вода очень близко подходит. И все наши пляжи затапливают. Пляжа нет, а теперь наоборот, вода уходит, и теперь нужно пляж подсыпать, бежать за водой. Естественно, это создает дискомфорт, но это, скажем так, циклы, это природа. Главное, что снижение уровня водохранилища не влияет на выработку энергии ГЭС, да и на флору и фауну тоже, делятся специалисты. Только рипус под вопросом. Обычно этот вид рыбы метит икру осенью у берегов, откуда могла уйти вода. Поэтому с обмелением Бухтармы может быть небольшое снижение популяции. Анелия Сенбердина, Жигер Бабаканов, Восточно-Казахстанская область, Хабар 24. Ну а сейчас в Талдыкурган. Там в одной из новостроек нечистоты заливают подвальное помещение дома. По словам жильцов, коммунальные аварии за 3 года стали чуть ли не еженедельными. Причина, утверждают люди, в плохом качестве всей системы канализации. Ну а управляющая компания и городской ЖКХ обвиняют в проблеме самих жильцов. Дому номер 18 в микрорайоне Бырлик всего 3 года. За это время канализационная система многоэтажки, по словам жильцов, давала сбой уже 4 раза. Я считаю, если мы вовремя платим комуслуги, электричество, за отопление, почему мы должны еще платить за чистку? Это же не первый раз. И в 21 веке вот в таком состоянии жить, я считаю, что это для меня, например, обида за то, что я живу в нашем Казахстане и вот такую грязи копаемся и ходим. Запах не выветривается, он устойчиво стоит. Окна все держим закрытыми. Ужасные условия для жизни. Кто за это должен отвечать? Отвечать за возникшие проблемы должны сами квартировладельцы, утверждает в городском ЖКХ. Гарантийный срок дома уже истек. За этот период период не раз в этом доме возникали различные проблемы. Сейчас за его содержание и обслуживание отвечает управляющая компания. Кроме того, и сами жильцы должны участвовать в решении всех вопросов по ремонту крыши, фасада, подвала. Это же их квартиры. В управляющей компании позже заявили, что устранили коммунальную проблему и объяснили причину ее возникновения. Был потоп из-за причины того, что в канализационной системе застряла тряпка. С водоканалом совместно прочистили все люки. В данный момент в подвале никаких мусора не имеется. Прочистили, промыли. Кто же все-таки виноват в проблеме, все еще выясняют. Однако людей беспокоит, что возникает она с частой периодичностью. Только за последнюю неделю канализацию в подвале дома прорывало уже 2 раза. Гульнар Жантасова, Ардах Айбарула, Улжас Байбусынов, Хабар 24, область ЖТСУ. К весенним полевым работам приступили в Акмолинской области. В этом году аграрии планируют освоить больше 5 миллионов гектаров земли. 90% из них будут засеяны зерновыми культурами. На посевные работы привлечены свыше 16 тысяч единиц техники. Все ли хозяйства региона сегодня обеспечены дизельным топливом по льготной цене? Узнавали мои коллеги. 25% пшеницы, выращиваемой в стране, приходится на долю Акмолинской области. В этом году местные хлеборобы планируют удержать достигнутую прежде планку. Однако опасаются засухи, поэтому как только завершат весенние посевные работы, вернутся к влагосбережению. После посева мы пускаем катки. Это уплотняет верхний слой и, следовательно, минимизирует вынос влаги. Ну, также боронование после посева, это тоже разрушает корку, которая образуется после дождя. В целом по региону земледелием занимаются около 6 тысяч хозяйств. В этом году по льготной цене им выделено более 70 тысяч тонн дизельного топлива. Первые партии ГСМ уже доставлены крестьянам. Общая сумма субсидий на этот год превышает 13 миллиардов тенге. Из них, получается, выделено на семеноводство 617 миллионов тенге, на минеральное удобрение выделено 3,2 миллиарда тенге. На пестициды выделено 9,2 миллиарда тенге. На сегодняшний день по данным программам у нас заявки поднимаются. По семенам уже принята заявка на 200 миллионов тенге. По данным направлениям у нас работа продолжается. Семенной фонд в регионе составляет более 530 тысяч тонн. По словам специалистов, этого вполне достаточно для проведения посевных работ. В этом году объем посевных полей увеличен на 59 тысяч гектаров. При благоприятных погодных условиях весенние полевые работы планируется завершить к началу июня. Тамара Степанова, Абзал Азаматулы, Евгений Шинкаренко, Хабар 24, Акмолинская область. Вы смотрите утренний выпуск новостей. С вами Арстан Балтин. Мы в прямом эфире. Ну а сейчас в Испанию. Там, в стране басков, прогремел взрыв. 2 человека, мужчина и женщина, погибли на месте. Инцидент произошел на автобусной остановке. О других погибших или пострадавших пока не сообщается. Правоохранительные органы оцепили район и ведут расследование. Подробности произошедшего не раскрываются. Согласно первой версии, речь шла о стрельбе. Позже местный департамент полиции сообщил, что причиной трагедии стало самодельное взрывное устройство. Ну а в итальянском порту Джоя Таура нашли почти 3 тонны кокаина. Сумму груза оценили в 800 миллионов долларов. Партия запрещенного вещества была спрятана в 12-метровых контейнерах с фруктами. Они направлялись в Армению из Эквадора. Всего же в порту Джоя Таура за последние 2 года перехватили и изъяли почти 37 тонн кокаина. Эти грузы направлялись в Италию, Хорватию, Грецию, Грузию и другие страны. А в США, в штате Аризона, сотни мигрантов пересекают границу ночью. Здесь выстроилась длинная очередь желающих перебраться в Штаты. Я напомню, в стране 11 мая завершился срок действия так называемых ограничений раздела 42. Они были связаны с карантином против пандемии коронавируса. В страну хлынули жители Колумбии, Гондураса и других стран. Также возросло и число задержаний на фоне незаконного пересечения границы. Их общее количество превысило 10 тысяч всего за 2 дня. А в канадской провинции Альберта борются с лесными пожарами. Они уничтожили уже 95 тысяч гектаров леса. Регион окутан дымом. Причиной масштабных лесных пожаров стала погода. В местности не первую неделю стоит 30-градусная жара и бушуют переменчивые ветры. Пожар тушат 2500 сотрудников. Из-за угрозы распространения огня свои дома временно покинули больше 30 тысяч человек. В провинции Альберта за 2 дня произошло 86 лесных пожаров. 24 из них вышли из-под контроля. В настоящее время в областной штаб по чрезвычайным ситуациям не поступало сообщений о пострадавших и погибших. А северная часть Италии во власти водной стихии. В регионе объявили чрезвычайное положение и призвали людей к эвакуации. Проливные дожди, обрушившиеся на большую часть Италии, спровоцировали разлив реки Савио. Все близко расположенные населенные пункты и поля затопило. В Венеции власти готовятся привести в действие мобильный барьер в лагуне в надежде предотвратить наводнение. Прогноз синоптиков неутешительный. Сильные ливни с ветром не прекратятся в ближайшие дни. В Эмилии-Романии введен режим повышенной опасности. Остановлено движение поездов и закрыты школы. В Индии распространяется вирус Нипа. Он передается от летучих мышей к людям. Ученые считают, что им можно заразиться при употреблении тропических фруктов, которые поцарапали или покусали эти животные. На сегодняшний день против него не существует вакцин, поэтому он считается одним из самых опасных патогенов в дикой природе. Также Нипа входит и в список ВОЗ как один из вирусов, обладающих эпидемиологическим потенциалом. В штате Керала насчитывается свыше 40 видов летучих мышей. Места обитания этих животных леса, которые там расчищают для нужд сельского хозяйства и застроек. По мнению ученых, это идеальные условия для распространения вируса. Уровень летальности при этом вирусе очень высок. Он составляет от 70 до 100%. И скорость передачи от человека к человеку высокая. В несколько раз выше, чем COVID-19. Вот почему мы должны принять строгие меры против распространения этого вируса. Местом распространения новой пандемии может стать Бразилия. К этому выводу пришли ученые местного института биологии. Здесь уничтожаются места обитания летучих мышей и тропические леса. Разрушение их среды резко возросло во время правления предыдущего президента Жаира Болсонару. Его правительство отменило экологические нормы и сократило финансирование научных исследований. Мы продолжаем. Государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай имеет важную символическую значимость. Ровно 10 лет назад в стенах Назарбаев университета в Астане председатель КНР Си Цзиньпин официально провозгласил инициативу совместного строительства экономического пояса «Шелкового пути», более известную как «Один пояс, один путь». Как отмечает политолог Мирас Жинбаев, переговоры лидеров двух стран, проходящие в годовщину данного масштабного экономического проекта, еще одно подтверждение высокого уровня двусторонних отношений. Мы, как два сопредельных государства, сейчас выходим как раз-таки на тот правильный уровень отношений, который имеют все цивилизованные страны в отношении своих региональных соседей. Потому что это хорошо иметь отличные отношения со всеми мировыми и малыми и средними державами, но самая нормальная практика – это иметь развитые и очень глубокие отношения со своими соседями. Поэтому то, что мы видим сейчас в динамике казахстанско-китайских отношений, это то, что отвечает нашим национальным интересам, отвечает приоритетам нашего странового развития. Введение безвизового режима с Китаем на 30 дней поможет развивать туризм в регионах Казахстана. Профильная ассоциация на востоке республики выступала одним из инициаторов таких поправок. В прошлом году действовал 14-дневный пилотный проект. По данным специалистов, он показал, что за 2 недели гости из Поднебесной не успевали полноценно отдохнуть. И если для Алматы и Астаны 2 недель вполне достаточно, то про отдаленные регионы этого не скажешь, отмечают эксперты. К примеру, чтобы доехать до Катон-Карагая, людям нужно дополнительное время. И это и перелет в Усть-Каменогорск, и дорога до самих туристических зон. Поэтому в таких странах, как Турция, Арабские Эмираты или Таиланд, без визы можно находиться до месяца. А вот в городах-государствах, где небольшая территория, Сингапуре, Гонконге, Макао и других, безвизовый режим длится всего около 10 дней. Поэтому Казахстану есть у кого перенять опыт и не ограничиваться 2 неделями, говорят специалисты. На самом деле, будем реалистами, мы где-то, если туристы захотят поехать в регионы, такие как Западный Казахстан, Центральный Казахстан, допустим, в Каркаралы, или Восточный Казахстан, то здесь нужно чуть-чуть больше визового, скажем так, люфта для того, чтобы человек мог бы ехать и не переживать, что, ой, не дай бог, со мной что-то произойдет, я на 1 день опоздаю, я уже буду нарушителем закона. Поэтому 14 дней вот это впритык, скажем так, никто не делает. Баянаульский национальный природный парк готовится к туристическому сезону. Если позволит погода, он стартует 10 июня. В этом году в нацпарке ожидают большого наплыва отдыхающих. Прогнозные данные говорят о 200 тысячах туристов против 130 тысяч отдохнувших на озере в прошлом году. Поэтому для снижения рекреационной нагрузки на живописном озере некоторые объекты на Жасыбае переносят в другую сторону. Сейчас курортную зону очищают от бытового мусора и благоустраивают. Усилена работа по охране природы и спешно проводятся противопожарные мероприятия. Впервые в работу нацпарка также внедряют и цифровизацию. Мы будем полностью оцифровывать землю. Там же цена одного туриста по тарифу составляет 445 тенге. Из них 345 тенге пойдут на финансирование государству. 300 тенге поступят на собственный счет этого национального парка. Вырученные средства мы будем тратить на благоустройство. Мы вновь в эфире. В Мангистауской области 300 новобранцев морской пехоты впервые взяли в руки боевое оружие. Им доверили автоматы Калашникова и провели с ними учебные стрельбы. Солдаты-срочники, призванные в начале весны, еще не приняли присягу, но уже прошли курс теоретической подготовки. Изучили характеристики стрелковой техники и ее особенности. Свои навыки они показали на военном полигоне Оймаша-Близортау. Учения проходят под строгим присмотром инструкторов. Они не только следят за техникой безопасности, но и помогают бойцам принять правильные позиции для стрельбы, а также настроить прицел оружия. 19-летний Рауан Базарбаев из Уральска впервые на стрельбах. Зоркость его зрения, твердость рук уже оценили военные инструкторы. И это неудивительно. Парень впервые взял в руки автомат и сразу же попал в цель. Его результат – 88 баллов из 100. Мне понравилось держать в руках автомат и стрелять из него. Я стрелял со 100 метров, лежа без упора, одиночными выстрелами. Мечтаю после присяги при распределении попасть в снайперское отделение. Здесь они выполняют 4-е упражнение контрольных стрельб. Также здесь развернуты учебные точки, на которых инструктора проводят практические занятия по мерам безопасности, изготовке к бою, плавному спуску и правильности прицеливания. Личный состав хорошо усвоил теоретические занятия. Сегодня не было допуска нарушения мер безопасности. То есть сегодня уже они закрепляют то, что они проходили на теории, они закрепляют на практике. А это стол отличников. Угощения предназначены для лучших стрелков. Так в части решили мотивировать молодое пополнение за высокие результаты. Сегодня в бригаде морской пехоты регионального командования «Запад» находятся призывники со всех уголков Казахстана. Черные береты – это представители военной элиты. Морские пехотинцы – единственный род войск, способный десантироваться и с моря, и с воздуха. Для человека, впервые стрелявшего из автомата, у Рауана отличный результат. Возможно, из него получится отличный снайпер. Время покажет. Снайпер – это внимательный, терпеливый и дисциплинированный солдат. Он не должен курить, так как курение вызывает повышенное сердцебиение, что мешает точному выстрелу. Наши солдаты уже освоили азы боевой подготовки. Мы видим большой интерес и огромное желание служить Родине. В дальнейшем морских пехотинцев научат рукопашному бою. Они будут проходить сложнейший марш-броски с тяжелой выкладкой, преодолевать различные препятствия, маскироваться и ориентироваться на местности в любое время суток. Уже 20 мая военнослужащие примут присягу и встанут на защиту рубежей. Тамара Степанова, Ренат Дусалиев, Мангистауская область, Хабар 24. Ну а сейчас в Туркестанскую область. Там археологи обнаружили древние погребальные катакомбы. Им примерно 2000 лет. Исследования проводились в Ордобасинском районе. Одна из катакомб под Малым Курганом оказалась внушительных размеров, состоящая сразу из трех частей, что ломает, в свою очередь, существующие, по словам специалистов, научные стереотипы. В самом погребении были найдены весьма интересные находки, которые напомнили о том, что историю важно сохранять. Моя коллега Катерина Попкова прикоснулась к прошлому. Лопата, шпатели и осторожность. Каждый квадратный метр земли – реликвия. Археологи изучают погребальные катакомбы, которым больше 2000 лет. Здесь обнаружены следы древнего государства Кангуй. Археолога впечатлил не только найденный арсенал оружия, но и размер самой катакомбы. С виду курган был небольшой, но в глубину он превышает 5 метров. Здесь есть так называемый дромос. Это коридор. Он растянулся еще на 8,5 метров. Узкая дорожка уводит в прошлое. Историю в деталях здесь изучает профессор Александр Подушкин. Впервые на раскопки сюда археолог приехал еще в 1986 году. За годы поисков сотни монет, элементы посуды и украшения. Один из самых знаковых предметов нашли накануне – клевец. Он похож на современный ледоруб. Социальные отношения в государстве Кангуй были очень высокими, развитыми. Что, судя по всему, существовало сословное общество, то есть разделенное по имущественному признаку. Существовали профессии, вот, это можно. И, наконец, самое главное, уровень материальной культуры Кангуй был очень высок. Сейчас к специалистам присоединилась и молодежь. Им дали возможность в прямом смысле прикоснуться к истории. Среди артефактов были найдены кинжал, пряжка, нож, наконечники стрел и удила. И камень, по всей видимости, это половина зерной терки. Но больше всего экспедицию удивил один из 9 наконечников, который в прошлом был специально деформирован. Ритуальная порча, чтобы его больше не использовали. Такое явление археологи открыли впервые. Раньше они встречали только сломанные мечи, кинжалы и украшения. Все найденные артефакты будут переданы в музей. У нас там отдел музея есть. Большой комната там. И там будет музей. И вот эти все артефакты будут на радость людей, чтобы они видели, чтобы они знали, какие у них были предки, чем они занимались. Археологи уверены, впереди у них еще множество новых открытий. Они хотят, чтобы казахстанцы знали о своем историко-культурном наследии. После того, как все находки зафиксированы, катакомбы вновь засыпают, а ландшафт приводят в первоначальный вид. Катерина Попкова, Нурмахамбек Муратов, Туркестанская область, Хабар 24. В столице в преддверии Международного дня музея прошло открытие фондовой выставки «Мир чайных традиций». Мероприятие связали еще с одним событием – Международным днем чая, который ежегодно празднуют 21 мая. Представлены экспонаты чайной утвари и дипломатические дары из Китая, Японии, России и Турции. Теперь мы можем показывать вот это. Вы только что видели, это лунзин, да? Это лунзин, это большие листья. Традиция чайных церемоний отражает не только тысячелетнюю историю Китая и Японии, но и показывает особенности культуры разных народов. На выставке «Мир чайных традиций» представили более 100 уникальных предметов со всего мира, которые подробно знакомы с чайным искусством. Здесь на выставке представлены работы китайских мастеров, мастеров Японии, чайные сервизы мейсонской мануфактуры, а также некоторые предметы из костяного фарфора, несколько изделий алжирских мастеров Российской Федерации. Родиной напитка принято считать Китай. На территорию Казахстана листовой чай впервые завезли в 18 веке. Но уже сейчас ни одно торжество в стране не обходится без традиционного чаепития. Так на что обращать внимание при выборе чая? Есть несколько видов чая. При выборе чая, в первую очередь, мы должны обратить внимание на то, где он произрастал. Он должен выращиваться в высокогорье. Помимо этого, должен быть богатый и яркий аромат. Выбирать надо исключительно листовой чай, а не гранулы, которые мы привыкли заваривать. К слову, это второй по популярности напиток после воды. Казахстан входит в первую мировую десятку стран по потреблению чая, что доказывает, чаепитие плотно закрепилось в культуре казахского народа. Тамир Избилял, Жунусов, Хабар 24. К этой минуте все. До встречи. Увидимся обязательно.